сегодня с нашими друзьями. Я должна сказать, что это совместный и один из первых проектов с издательством «Дизайн полиграфии» со швецом Виктором Дмитриевичем. Мы решили объединить свои усилия и очень часто вместе сотрудничаем. Поэтому книга вышла в двух издательствах. Мы готовили, в общем-то, в принципе, нужно честно сказать, что Татьяна Ивановна взяла на себя огромнейший труд и сделала все сама. В моей практике 28-летнего издательского опыта такой работы не проделал никто. Было удивительно, но она смогла в вордовском файле сверстать книжку. Файлы рассыпались, какие-то были недочеты, в общем-то, куча возникало вопросов, проблем, но это было такое, ей было легче сделать самой, чем объяснить мне, что она хочет. Вот такой получился симбиоз. Ну, единственное, что мы сделали, это, в общем-то, обложку. Поэтому все аплодисменты издателя на сегодняшний день Татьяне. Удивительно, но ей это удалось. И я всегда говорю, если ты хочешь что-то сделать и считаешь, что ты прав, то делай. И вот удивительно, замечательно, у нее был соратник, о котором она сама потом скажет, который ей помогал в этом деле. Ну, а моя задача была не мешать. Вот, любой как бы мудрый руководитель, он знает, что нужно дать возможность творческому полету. Поэтому вот у нее был большой опыт даже издания. Поэтому мы вычитали, привязали, помогли, а в основном все издательские дела совершил автор. И надеюсь, что вы сегодня узнаете потрясающую историю, очень интересную, очень увлекательную. И кроме Алис Юстасу из известного фильма, вы будете знать, кто такой на самом деле великий человек, который оставил след нашей николаевской истории, нашего города. Поэтому все аплодисменты и все самые наилучшие пожелания. И я считаю, что вот с таким же успехом она может сделать еще не одну книгу, потому что материалов с ним собрано достаточно много, он обширный, и это только первая ласточка. Дай Бог, чтобы была возможность вот этой изумительной истории нашего Николаевского морского порта посвятить не одну книгу. И он достоин, и люди, которые представляли этот порт в разные времена, тоже достойны, чтобы их имена были подняты из небытия. Спасибо, Татьяна Ивановна. Спасибо всем.